В Северо-Восточном федеральном университете стартовал заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по математике. Мероприятие проводится в рамках научно-практической конференции «Лаврентьевские чтения». В этом году на финальном этапе участвуют студенты из 11 вузов. По итогам олимпиады победитель и два призера получат премии национального проекта, помимо чего им предоставляется право участвовать в международной олимпиаде. Напомним, что в прошлом году в личном первенстве победителем стала студентка головного вуза республики Василиса Рудых. Второе место занял Тимофей Семенов, студент Иркутского госуниверситета. Самое главное, это, конечно, знакомство, которое мы здесь получили, потому что нас здесь очень тепло встречают. Вот, спасибо большое организаторам, что столько волонтеров с нами работают, это очень приятно. Вот. Ну и, конечно же, очень хочется посмотреть на задачи, потому что за этим в основном мы приехали, чтобы хорошо показать наш уровень, вот, защитить честь родного университета.